Йо-йо-йо-йо. Всем привет. Всем привет. Сегодня видео будет не про стройку. Расскажем немного, что мы делали в последнее время. Ездили в город. Какие у него это глаза. Как будто бы как 5 рублей не сдали. Нас попросили привезти вот этого котенка. Сейчас уже говорят, если хотите, оставьте его себе. Ну, мы подумаем, потому что он что-то это шипит на Умку, пока они могут подружиться. Умка уже подружилась со всеми кошками, а вот... Не со всеми. С одной из этой, с большой не подружилась. Но он все равно как-то не обращает на нее внимания. Ну, они как-то кошки наши это... Уже свыклись с ней. Матвейка называет этого котика Йо-Йо. Мы вот думаем, может назвать его Йо-Йо. А? Привет, Йо-Йо. Что делаем глаза? Ну, это интересная такая раскраска. Как тигр какой-то, да? Ага. Ездили в Тюмень, хотели сдать по гарантии сепаратор. Ну, сейчас все увидите. Сегодня раннее утро, и мы собрались ехать в Тюмень, в город. Поедем в гости, и у нас цель, ну как, не цель. Сгорел у нас сепаратор. Поедем его сдавать по гарантии. Посмотрим, что там скажут они. То и на ремонт его отдадут, то и новый дадут. Навряд ли новый-то дадут на ремонт. Ну и заодним в гости заедем. Умка поедет тоже с нами. Она не понимает, как туда же боюсь. Поедет тоже с нами. Потому что ее здесь оставлять одну опасно. Собаку, Умку. Она там, когда остается одна, начинает наводить беспорядок конкретный. А этот, наверное, ключик надо взять, да? Все, наверное, к нему. Ну, да, так-то бы все, наверное. Вдруг менять будут. Навряд ли, конечно, поменяют. Будем собираться потихоньку, уже времени много. Ты готов? Готов ехать в город? Нет. Машина грязная, аж стыдно в город ехать. Все уселись? Йо-тё-тё. Отпал глушитель, пришлось снести инновацию. Вставил отрезок трубы, стало шуметь меньше. Все в сборе, поехали. Да. Приехали в Тюмень, а оказывается магазин сегодня не работает и не сдали сегодня сепаратор. Сепаратор не сдали.
Вообще, как бы, вроде бы эти магазины, они у нас, ну, в городе работают вообще должны без выходных. Маша, он сходила в магазин, купила ребятишкам там. Покажи, что купила. Да. Машинку. Сейчас опять скажут, опять Матвейке купили. Наташа, считать. Носорог. Пришел на водопой. Прикольно. И одну такую. Гоша. Какой Гоша? Геопард? А, Гоша? На животных. Еще они с меня постоянно крышечку к себе взяли немножко. Они проси еще этот песок. Вот он, песок этот. Сюда. Два. Посмотрим, какой. Пластилин, что ли? Ну. У них же вроде такой был. Нет, этот не засыхает, я так поняла. Ладно, поедем дальше. Недавно поставили мусорные баки нам. Бак привезли. Не понял. Ага. Контейнеры привезли. Да, это делегация приехала. А что, привезли на машине больше? А, вон они разгружают его. Угу. Вот и мы стали счастливыми обладателями мусорных баков. Интересно, это поставили, а что-то они посередине поставили. 80-50. Чтобы ближе к дороге было, только с нуля. Чистники. Никто еще не успел выбросить мусор. Такие вот баки пластиковые. Прямо возле нашего дома. Мы их не дали, поставим себе. Не шути так, а то кто-нибудь правда утащит. Потом останемся крайними. В принципе, удобно, близко, но это будет зависеть, как их будут вывозить. А то весь мусор полетит прямо к нам. А, вот все. Че? Че ты рекламу решила дать им? Мусорным этим, изготовителям мусорных баков? Нет, тут это написано. Чего? Вот наш пристрой, как смотрится. Человек, качество 5, упаковка 28, схема Г, 10-9. Площадку сделали, правда не забетонировали, щебня насыпали. Посмотрим, как оно будет. Будем держать вас в курсе. Мусорные реформы. Какая тут помойка образуется. Просто я не знаю, как сказали, что только вот деревня большая, и вот одни мусорки здесь будут только стоять. Одна. Одна. Он считается оттуда, из отсюда, от нас и туда. Два бака. Ну посмотрим, потом проедем, может быть это слухи все. Почему я шла там, я сказала, нету нигде. Да? Так это сегодня только привезли. Вот сейчас. Ну, вот таких площадок больше нигде нету. А, да? Ну ладно. Посмотрим, как они будут вывозить. Будут ли они справляться с поставленной задачей. Ну, как еще уводить и увозят два раза в месяц всего. Мы пока. У нас мусора нет, пока даже и не будем мусорки выкидывать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, мусор вывозят, так когда мы в Тюмень ездили. Все раз в неделю вывезли всего. Пока вроде справляются. Нормально вывозит. Дальше видно будет. Он на улицу хочет площиться все. А я боюсь, он на улицу. Как его отпускать? Убежит еще куда-нибудь? Да понятно, пускай обживется. Я сейчас уже, наверное, холодно. Я говорю ему, это они вместе с Машкой, у них вот рассветка немного походит. Ну это женихам Машки. Машке, если останется, Машке жених будет такой. Уши кого-нибудь бы отморозил. Угу. Такие ушки у него. Узнавали про оплату мусора. Вообще, как нам сказали, если вы не будете платить за вывоз мусора, то мы на Матвейку получаем детское пособие, там 5000, то значит этого пособия не будут платить, если мы не принесем справки. Ну как там требуется. Договор. Договор даже сказали. Да, да? Договор надо. Я тебя зубами загрызу, слышишь? Просто
обидно, что вот эти 2 месяца мусорки не стояли. Считайте, придется заплатить за просто так деньги. Ну, услуг не было оказано, а деньги все равно придется платить. Потому что я тогда приходил в районный центр, ездил, говорю, так и так мы не пользовались вот эти 2 месяца услугами, мусорок не было. Он говорит, а вам все равно, говорит, придется платить. Матвеечка, иди сюда. Он у нас сегодня вообще на больничном. Немножко простыл, да? Сейчас дома сидит. Да? Иди сюда. Расскажи, как тебе в садике нравится? Да. Да, в садике он вообще сейчас любит в садик ходить. Садку. Там да. У него друзья, да? Тю-тю. Тю-тю? Чё тю-тю? А? Как ты котика называешь? Иди вон, мама, достань котика. А он белый, ну, вон он там сидит. Как котика называешь? Как котик? Как ты его зовешь? Йо-йо? Йо-йо говоришь? Я-йо. Я-йо, он говорит, я-йо. Я-йо. Ну. Умка пришла, у кота срал, паника начинает. Он, мне кажется, глаза меняются сразу. Ну. Матвейка отбирает уже, забирает камеру у меня. Хочешь, давай я тебе на ручки возьму, а то видишь, ты снимаешь столик. Вот, мама, будем снимать. Вот. Растет оператор. Маленький нас. Угу. Ну-ка, только не нажимай на кнопочки, давай. Вот, вот котика приблизили. Он любит фотографировать камеры. Настройки, дела движутся. Начали уже там, ну, крышу делать. Да-да. Это вы увидите в следующем видео. Сейчас пойдем к поросятам. Сено им надо дать. И покажем вам ее. Я-я. Да? Я-я. Садись сюда ко мне. О, ну-ка давай. Иди на свое пастбище. Ну-ка, нельзя. А, видишь, тут травку увидела. Нет, сколько, не будет ее на травы. Она так сидела там. Все нам полку. Сидеть. Прям, Дуня. Сегодня ночью дождик был вообще сильный. Надо это. Как его собрать? Сейчас я вижу, понесу. Ты соберешь. Ага, поросятам. Дать надо. Потом мы сено сюда притащим, все везло. Корову сейчас стали привязывать, чтобы она не шаталась, везде заборы не ломала. Потом что мы? Печку перенесли тоже сюда. Потому что там, ну... Ребятишки бегают, когда если... А мы бы сейчас уже на ней перестали варить. Сейчас уже в избушке варим поросятам. Меньше дров уходит и быстрее. Но в избушке меньше, там лучше печки. Это сено уже вымокло. Ну, она уже не будет это есть. Мы сейчас поросятам его, а ей нового дадим. Объедки, получается, поросятам отдаем. Все израсходовывается. Ну тут как бы стирать можно, еще поесть так и нормально. Надо вымокло еще. Вот эти наши поросятки. Ой-ой-ой, сюда. Сейчас они живут, где жили козы. Коза с козлом. Вот этот черненький как-то, ну, хреновато растет. Это все самки, 3. А вот черно-белый. Самец. Далматинец, это самец. Но он как-то. Ну, кормим. Кормим. Да, кормим 3 раза, а растет хуже. По 2 ведра им. Это как вот Дашка у нас была. Ну, вроде бы. Утром 2. Ой-о! Кусаются. Утром 2 ведра, в обед 2 и вечером 2 ведра им. Картошку, тыкву, добьемки, молоко, хлеб, суп, там всякую это. Ну здесь вот это хорошо. В следующем году попробуем взять вьетнамских поросят. Вот эти поросята, они вообще гипер, как сказать, крикливые.
Чем прошлый год были. Чем прошлый год, да, были. Эти вообще какие-то, какие-то звери какие-то орут, как звуки из ада. Такие у них получается. Одна женщина сказала, что у вьетнамских поросят ей не понравилось мясо. Вот надо будет попробовать как-то вьетнамских поросят. Пришлось поставить такой защелочку, такой засов, потому что козлы вроде нормально были, а эти начали выламывать дверь. На счету Умки уже есть одна курица. Мы потихоньку воспитываем. Почему-то ей вот не нравятся белые. Красных она не трогает куриц. Ну, не то, что не трогает, она на них как-то не реагирует, а на белых вот кидается. Курочек Умка нельзя трогать. Снимали, шли, увидел наши кастрюли, и многие там, ну кто-то спрашивал, магнитятся они или нет. Я вспомнил, что хотел показать, вот есть такой магнит, это поисковый магнит, он на 200 килограмм. Наверное, ну я, вот даже вот честно говорю, не пробовал еще, потому что поэтому одену я эту перчатку. Может крышечку сначала? Попробуй. Сейчас вот к ней попробуем, не знаю, блин. Ладно, через перчатку. Вот крышку сначала попробуем. Так. Вот. Видите, не магнитится. Можно сейчас перчатку даже убрать. Вот. Это немножко магнитится. Что, вдруг она из разного металла. Вот вы поймете потом. Видите, тоже не магнитится. Ты какой закрыл? Чего закрыл? Нет, есть что-то немножко. Ну не так, как это. О. Немножко магнитится все-таки. Вот через перчатку не магнитится. Но! Сейчас я вам покажу. Не жалко, Маша, вот эту кастрюлю? Ага. Возьми какую-нибудь заезжаку. Через перчатку. Давай, крупный план. Сейчас вот даже вот смотрите. Вон она! Видите? Это через перчатку, она даже притянула. То есть здесь есть какой-то металл, но его очень мало. Вот его, эту... Вон, видите, как... Тихо, так хватит. Если вот взять даже... Просто показать, какой силы, что магнит. А вот так вот его... Фиг оторвешь, только на излом. Мне самому было интересно посмотреть магнитицы. Значит, это в кастрюлях есть немножко... В капельку. Вот, металла, да. Ну, он, видно, с чем-то... Смешанный. Сплав. Уже у нас на канале 45 тысяч подписчиков. Всем спасибо, кто смотрит нас. Мы всех вас очень любим. И что хотели сказать, что вот кто вновь подписавшиеся, у нас есть плейлист, называется «Все видео по порядку». Когда вы нажмете его, то сможете посмотреть с самого начала до самого конца в хронологическом порядке. Потому что вообще, если зайти, ну, нажать на кнопку «Видео», там у нас немножко все разбросано. Видео не по порядку. Почему это? Там есть тоже отдельная серия. Почему так произошло? Там тоже рассказываем. Потому что я так каждый день гуляю. Да? Завели собак, как в городе, да. Приходится гулять с ней. Ну, пока гуляем. Потом, наверное, построим все-таки вольер ей. Нынче поживет. Так. Нынче, да. Потом она, наверное, уже не захочет жить в вольере. Она привыкнет. Да, Умка? Да, беда. Ну, собачка хорошая. Ну, видите, цеха поунюхала. Летает. Если ее оставлять одну дома, когда уезжаешь куда-то, она начинает там беспорядки наводить. Все переворачивать. Вот поэтому мы ее брали, вот когда ездили в Тюмень, брали с собой. Не знаю, придется, наверное, сейчас это как-то или в избушку ее потом запирать. Просто в избушке у нас там тоже. Понятно. Вот она, наш гостевой домик. Я в этом году его тоже хотел фасад тут, ну, сделать красиво, там все. Навести тут порядок, красоту. Но в этом году все в стройку, все силы уходят. Пойдем мы сейчас на стройку опять работать, потому что надо быстрее все успевать. Ну, вроде бы как это успеем, наверное.
Может, до снега снежок нападет какой-то маленький, но это нам не помеха. Ну. Это нам не помеха, мы все равно будем делать, крышу доделывать. Это уже так-то, в принципе, там осталось немного. Всем пока! До новых встреч! Подписывайтесь на канал, ставим пальчики вверх, заходим в наш инстаграм. Инстаграм, да.